Я, например, с удивлением, я не знаю, если это верно, то это один из очень редких, одна из очень редких ситуаций в мировой политике. О чем речь? Это то, что президентом страны может быть человек, гражданин другого государства. Это правда. Вот таких стран в мире почти не бывает. Я не слышал. Когда колония, это да. Но даже в Австралии или даже в государство, которое входит в британское Содружество наций, по-моему, ни одного руководителя, ни одного этого государства, ни в Канаде, ни в Австралии, нет британского гражданства. То есть, может быть, у некоторых из них было, но если уже они хотят управлять государством, они перестали быть гражданами той страны. Если это верно в отношении Молдовы, то вы действительно достигли удивительного достижения по сравнению со всеми странами мира. Вот тут тогда вы можете с гордостью сказать, а мы впереди планеты всей. Мы впереди планеты всей.